вечно их помнить, там надо быть раз, как сладкую песню «Люблю я Кавказ». Особое очарование есть в Пятигорске. Здесь воздух чистый, свеж. Глаз радуют зеленые долины, вершины гор и небесные голубизные озера. Этот курортный рай славится живописным ландшафтом, мягким, здоровым климатом и, конечно же, уникальными минеральными источниками. Отдыхать здесь можно в течение всего года. Солнечная, безветренная погода располагает к длительным прогулкам, позволяя насладиться кристальной чистотой горного воздуха и красотой природы этого уникального региона. А чтобы улучшить свое здоровье, санаторий Министерства обороны «Центральный военный детский санаторий» готов принять вас на отдых и лечение, предлагая радушный прием, полноценное питание, целый комплекс лечебных процедур, подобранных исходя из особенностей состояния вашего организма. Центральный военный детский санаторий – это современная, стремительно развивающаяся здравница санаторно-курортного комплекса «Северокавказ», обладающая всеми необходимыми условиями для высококвалифицированного лечения и замечательного отдыха. Санаторий без преувеличения можно назвать выдающимся. Его отличают от всех других санаторий Министерства обороны тот факт, что только в нашем санатории дети военнослужащих и пенсионеров могут получить бесплатное лечение. Полноценное лечение получают как взрослые, так и дети. В Центральном военном детском санатории используется весь комплекс имеющихся на курорте бальнеологических процедур, необходимых для успешного лечения заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения, органов дыхания, неврологических заболеваний, аллергопатологии, болезни эндокринной системы, включая радоновые и сероводородные ванны, грязевые процедуры. Медицинские отделения санатория оснащены современной диагностической лечебной базой, 42 врача различных специальностей, 3 кандидата медицинских наук, 2 сотрудников награждены знаком отличных здравоохранения. Все врачи имеют огромный опыт в курортологии. Опытные и внимательные специалисты назначат по показаниям мануальную терапию, различные виды массажа, фитотерапию и многие другие лечебные процедуры. По прибытию отдыхающих вас встретит доброжелательный и приветливый персонал. Прибывающих размещают в комфортабельные и благоустроенные номера с балконами, двухместные, трехместные и номера люкс. В каждом номере имеются все необходимые условия для проживания и досуга. Главный корпус проектирован в форме корабля, что изначально располагает малышей к мечте стать штурманом сказочного лайнера. Большое количество детских благоустроенных площадок с различными горками, сказочными персонажами, всегда заполненным детворой. Работает пункт проката спортивного инвентаря, где можно взять мячи, теннисные ракетки и другой спортивный инвентарь. А детям с музыкальными способностями предоставляются музыкальные инструменты. Ежедневно проводятся конкурсы, игры, спортивные состязания, в которых родители с детьми принимают активное участие. Организация свободного времени ребенка, находящегося на лечении в санатории, является одной из основных задач коллектива воспитателей. Получение новых знаний, освоение новых видов деятельности, приобретение ценных для ребенка навыков общения со сверстниками – это основные элементы образовательного отдыха. Воспитатели сделают отдых детей не только приятным, но и полезным, помогая не растерять знания, а приумножить их в кружках детского творчества. Силами воспитателей создан кукольный театр, в котором спектакли проводятся каждое воскресенье. Получение новых знаний чередуется с отдыхом и играми, что помогает детям успешно их усваивать. В санатории работают игровые и модульные комнаты для детей различных возрастов. В учебное время года функционирует школа. Со школьниками по всем основным предметам занятия проводят опытные педагоги из городских школ. Занятия проводятся в послеобеденное время, при нагрузке не более 4 уроков в день по всем образовательным программам. В Центральном военном детском санатории осуществляет свою работу средняя общеобразовательная школа-интернат. С детьми школьного возраста по основным предметам занятия проводят опытные учителя-предметники из городских школ. Учебный процесс рационально сочетается с лечением. Занятия проводятся в послеобеденное время, во второй половине дня, при нагрузке не более 4 уроков в день. Обучение осуществляется по всем образовательным программам
программам, используемых в настоящее время в Российской Федерации, в соответствии с государственными образовательными стандартами. На базе санатория работает более 12 кружков по различным возрастным группам. Например, кружок рисования, лепки, моделирования и ряд других. Наблюдается в таких школах улучшение результатов обучения не только у детей, которые не посещают школы, но и детей, которые учатся по обычным общеобразовательным программам. Предстоит еще большая работа в данном направлении. Огромное внимание уделяется руководством СКК «Северокавказский» и Министерства обороны для того, чтобы детский военный санаторий оставался флагманом лечения на Пятигорском курорте в плане детского курорта.